Ускоряя развитие технологий искусственного интеллекта ради строительства производительных сил нового качества. Мероприятие под таким названием прошло в Шанхае в рамках Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Его соорганизаторами выступили исследовательский центр медиакорпорации Китая, Шанхайский университет Цзяодун и Шанхайская лаборатория исследования технологий искусственного интеллекта. В мероприятии приняли участие представители различных технологических компаний и исследовательских институтов. Они обсуждали вопросы, связанные с развитием технологий искусственного интеллекта, безопасностью их применения, регулированием этой области и международным сотрудничеством. Развитие искусственного интеллекта открывает множество новых возможностей, в том числе для средств массовой информации. То, что делает медиакорпорация Китая в этой области, а это и освоение новых технологий, и создание абсолютно новой продукции и услуг. Это именно то, что сейчас нужно. Это имеет огромное значение.